Очень необычный пирог с черносливом. Начинка получается нежная, со сливочным вкусом. Отличный пирог к воскресному завтраку для всей семьи. Попробуйте и вы. Своей консистенцией пирог похож на что-то среднее между запеканкой и суфле. Он безумно вкусен в холодном виде. Приготовьте его своим близким. Очень вкусно. Яйцо 2 штуки. Сахар 80 грамм. Мука 80 грамм. Сливки 20%, 300 мл. Чернослив 200 грамм. Соль 1 щепоток. Ром 30 грамм. Количество порций 4-6. Первым делом замочите чернослив в роме. В это время взбейте яйца с сахаром в пышную пену. Затем аккуратно венчиком вмешайте муку. Влейте сливки и перемешайте. Тесто получится достаточно жидкое. Вылейте тесто в форму для выпечки. Разложите по всей поверхности чернослив. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40-50 минут. Готовый пирог остудите в форме и подавайте к столу. Приятного чаепития!